Смотрите, какой вид открывается у меня из спальни. Окно открыто, свежий воздух идет, солнце светит. Снег лежит, ветер и отопление шумит. Вот так жизнь настала, и осени не стало. Какой столик красивый. Я тоже что-то ищу для спальни, чтобы лампу свою поставить. Может, этот взять, смотрите. Или вот этот. Вот их здесь три. Или вот эту красоту. Ну, это, наверное... А, нет, здесь смотрите, какой брак. Это брак кованый. Сколько он хоть стоит? Такой тоже мне нравится, пуфик. Так, это магазин Росс, один из моих любимых магазинов. Так, хожу здесь и слышу речь, такая речь очень интересная. Наши есть слова, да, как бы вперемешку, но это не польский, это, я не знаю, это может быть даже... Ой, даже не знаю, из Чехословакии или откуда они так разговаривают. Так, мне нужна вот еще рамка. Я же купила три рамки. Вот такая, да, или другая? Так, слушайте, уже запуталась в этих рамках. Не могу вспомнить, какая у меня. Или вот такие у меня рамки, или вот такие. Но эти серого. Так, 5,99. Это 6,99. Вот эти тоже, да, такие симпатичные. Но мне нужно на стену, чтобы вешать. Вот для такой свадебной фотографии красиво. А вот лампа прям под мой стол. Угу. Один в один. Но у меня уже есть другие, я купила. Здесь чего только нет в этом магазине. Обувь, смотрите, вообще полки пустые. Знаю, так быстро обувь здесь стали разбирать. Раньше обуви за навалом было в Росе. Сейчас ничего не найдешь. Ой, какие сапожки. Раньше это была моя мечта. А сейчас я к ним равнодушна. $22 всего. Ну и размерчик, конечно, не мой. Маленький. Слишком маленький. Ой, какая сумочка интересная, смотрите. Ну, так, с вечерним платьем. Какую я нашла? Сетка. Ну, и внутри вот такая вот интересная. Где все люди Америки, да? No? No, okay. Я же это... Иду, видео записываю. Он думал, что я с ним говорю. А все в магазине. Сыр, сыр, сыр. Так, вот у меня дети вот такой сыр любят. И orange chicken тоже любят. Вот такие хлебцы мне тоже знакомая посоветовала. Вот хочу попробовать. Один хлебец 110 калорий. Так, ну это almond, чеснок и этот лимон взяла. Сыр еще есть, вот этот козий. А еще вот с такой есть оболочкой. Видите, здесь что у нас? Черри, кренбери. А, здесь абрикос, черешня и... Так, и тоже и клюква. Это тоже козий сыр. Ну, тоже, наверное, вкусный. Потому что вот этот очень с блюбери вкусный. Вот тоже так 10,99 за паунд, но дорогой сыр, белый сыр с абрикосом. Интересно, он вкусный. $7 вот этот кусочек стоит. Так, сегодня у меня прям такой день, точнее утро. Зашла в Trader Joe's, столько сейчас женщин встретила, знаете, с такими красивыми стрижками, каре, боб каре, укладки такие красивые.
фоне тыквы. Так что это? Много женщин. Бывает, как-то вот попадешь, прям в один день смотришь, одни красавицы вокруг. Другой день смотришь, все какие-то вокруг, кажется, неухоженные. Так что 50 на 50. Так, вот этот магазин, где я была, Росс. И в Трэдер Джоз зашла. Все рядышком. Все рядышком, все по пути. Вот издалека Никитина школа как выглядит. Большая. Целый замок. Вот кирпичная школа, видите, не все из панелей, из кирпичей тоже строят. Слушайте, подъехала за Никитой, а еще 20 минут время есть. Так что вот сижу, жую вот этот хлебец, пробую. Ничего так. Вот эти зерна тут разные. Можно перекусить. Хотя я предпочитаю, знаете, хлеб. Хоть белый, хоть серый, черный. В тостер поджарить. И все, вкуснятина. Ну вот решила попробовать. Читала комментарии сегодня. Там пишет мне один человек. Про... Где люди? Где люди на улицах? Где дети, играющие возле домов? Где пенсионеры, гуляющие? И сидящие на лавочках. Где все? Почему пустой город? Слушайте, это нужно вообще отдельное видео снимать, я так думаю. Чтобы объяснить причины. Где все люди на самом деле. Может быть, в следующий раз. Закрыл? Да, да. Ой, как здесь красиво. Так, к сыну приехала. Что-то у них тут деревья обрезают. Пойдем, Никита, по травке прям. Ух, классно. Листочки попинать. А вон эта белка к соседке, которая постоянно приходит. Она ее подкармливает. Куда ты уже смылась? Вон она. Вот еще снег, смотрите, уже какой. Третий день лежит. О, здесь у них вообще снега еще много. Осторожно, Никита, иди. Кто-то кресло тут выкинул посреди пустыря. Сварила компотик какой у меня. Смотрите, красивый получился. Это персики и кренбери, клюква. Вот в слоу-кукер варила. Такой жмых у меня остался. Слоу-кукер очень хорошо, они так хорошо компоты настаиваются. О, какую вкуснятину нам принесли. А, даже слышно еще, как она до сих пор жарится. Вот эта курица, там грибочки с луком, креветки. Вот такая вкуснятина. И такой тоже новый салат. Заказали с клубникой. Капуста тоже, это курочка. А это хлебушек, да? Орешки там какие-то, семечки. Снимала, ничего не сняла. Такую вкуснятину, это вообще. Что тебе тут нравится? Не, вот эти свежие салаты. Листья, потом заправка. Орешки вкусные. Чикен, курочка. Вот это вообще нежнейшая такая там. Да? Булочка, да. Клубника, это вообще нечто. Еще в американских ресторанах очень вкусно. Кормят. Нужно просто знать, что выбирать. Я бы сказала бы название. А я название-то не помню. У нас же меню забрали. Нет, место. А, место? Это Applebee's называется. Я даже снимала как-то видео отдельно здесь. Десерт, мороженое и какая-то шоколадная лава.
свою распаковку. Купила, слушайте, себе эти лампы настольные уже. 2 недели никак не могу их распаковать. Но это в оптовом магазине. Каска взяла. По цене одной сразу 2 лампы. Там очень выгодно брать, знаете, вот такие вот, как сказать, торшеры, да, наверное, настольные. А, тут нужно собирать. Тут даже вот лампочки есть. Там мне очень понравилось. У них такое основание. Короче, все запечатано. Нужно вытаскивать. Ой, не все так просто, как я думала. Все это упаковано, запаковано. Смотрите, вот такое вот основание. Вот такая ножка. Вот мне понравилась, стеклянная. Ну и сверху вот это будет нужно собрать. Я уже там все в спальне подготовила. Место уже, домик купила. Ой, домик. Столик. Так. Ой, падает у меня камера. Собираю. Тут такой шнур длинный. Так, ну все, собрала ее. Так классно, так быстро собирается. Так что женщинам очень легко разобраться. Так, а где вот эта штучка, которая закручивает? Так, вот такая вот сверху. О, ой! Слушайте, она мне уже какой? Второй раз уже падает. Так, вот такая штучка сверху прикручивается. И все, светильник готов. Вот такая вот красота. Слушайте, я купила один просто светильник, да, ну чуть он поменьше, вот он там стоит. За такую же цену, за которую я теперь их 2 купила. Вот эти там 50 с чем-то долларов, сразу 2 светильника. Так, пойдемте покажу, где я все это хочу поставить. Так, вот. Вот она, моя лампа. Еще одна, видите, вторую еще нужно тоже собрать. И идем, идем. Так, я уже в спальне своей приготовила место. Вот эта шкурка, которую я купила, обещала, да, там показать. Сейчас вам еще покупки свои покажу, какие сделала. И так, вот этот столик, который тоже я купила. Вот так у меня все будет выглядеть. Мне лучше выключить, наверное, свет, да? Ну, вот так вот это смотрится. Все так подошло, мне нравится. И вот этот столик и лампа. Тут стульчик вот так в углу стоит, знаете, там одежду туда положить. Иногда, когда раздеваешься, да, муж приходит и туда там, чтобы это по шкафам не лазить каждый раз. Ну, вот как-то так. Да, Рова? Тебе нравятся новые вещи? Нравится, да? Он когда новое так все воспринимает, смотрит, обнюхивает. О, ну все, я избавилась. Тут у меня был старый такой столик и лампы тоже старые. Что, на улицу хочешь? Иди на улицу. Как я уже говорила, да, что нужно избавляться от старых вещей, подаренных там кем-то или купленных у кого-то. Лучше новенькое купить, там всякая энергетика в этих вещах нехорошая собирается и так далее. Вот я какая стала. Верить во всякую энергетику. Смотрите, купила такие носки классные. Это, кстати, с Динулькой. Мы сейчас на Инстаграм, у нас там челлендж идет обуви. И вот я тоже такой хочу челлендж сделать. Ну, конечно, я купила так вот их тоже носить. Они такие классные, теплые. Здесь вот такие вот липучки не будут по полу скользить, так как у нас вот такой пол скользкий. Теплые. Смотрите, такая киска. А эти просто розовенькие. Так, что я еще хотела показать? А, пришел микрофон. Петличку. Ой, сколько лет, сколько зим уже прошло. Вот только-только мне заказали петличку. Так, вот так она выглядит, эта петличка. Шнур тоже длинный. Ну, не знаю, знаете, вот так иногда на расстоянии, да, иногда же плохо слышно. Попробую, как это будет. Я там не прям в каждом видео ее буду цеплять. Ну,
Хочу посмотреть. $15 вроде на Амазоне стоит. Вот с Амазона. Так, еще купила вот такую помаду. Не знаю, это она, не она. Вроде это вот такая должна быть гигиеническая помада. И она и как бы и цвет тоже дает. Ну, не такой яркий, как помады, но под цвет губ. Сейчас посмотрю, их тут две. Так, и вот мне пришло письмо. Смотрите, это про имплант зубной. Вот, your share. 1880, это я заплатила за вот эту первую работу, за вживление импланта. И вторая часть уже, когда будет ставиться коронка, она будет в следующем году только ставиться, через полгода, еще какую-то часть. Но мне уже должна будет заплатить страховка. Вот это полностью, представляете, мне пришлось заплатить за имплант. Конечно, вот цены ужасные на импланты, да и на зубы вообще очень-очень дорого. Ну, без зубов ходить тоже, да, не вариант. Нужно делать. Так, а я, видите, вот только со спортзала приехала. Вот так хожу в спортзал. Мой спортивный аутфит. Так, ну вот вид со стула. Так, вот она здесь включается. Ой, хорошо, такой уголок получился. Да, еще бы надо сюда не стул, а кресло. И можно читать или писать романы, сидя на этом месте. Так, я же сейчас со спортзала еду и заехала вот в Safeway магазин. Тоже прикупила здесь фрукты всякие. Уже на Instagram поснимала, сейчас вам покажу. Так, ну вот мои покупки, уже все вытащила. А, джело для Никитки, йогурт жидкий вот такой взяла. Ну, я обычно другой люблю, но это в другом магазине. Так, Никитке одна плюшка свою уже съела, такую вкусную булочку. Слушайте, покупала курицу, ну вот эта острая одна осталась, а другая там как-то Wings называется. Ну, короче, такая вкуснятина, не удержалась, прям в магазине съела, там кофе купила. Так, вот такая вот рамка, но эту нужно сдать, уже лишняя. Так, вот мои фрукты. Слушайте, я люблю, когда вот так по чуть-чуть накупишь, и зато всего у тебя вдоволь, да, так скажем. Клубника так вкусно пахнет. Запах прям от нее идет. И такая меленькая, прям как это фермерская. Так, вот у меня получилось на $29. Ну, на $30 вот это вот все. Вот этот Star Fruit. Вот я сейчас выставила в Instagram, да, мне уже написали, что карамболь называется. Ну, видите, мы никогда не используем это название. В Америке, я его в Америке только узнала, этот фрукт. И мы уже привыкли, Star Fruit, ну, там, звездный фрукт, потому что режется и как звездочка, да, получается. Так, манго. Я что-то там в Инстаграме напутала название, сказала, что это авокадо. Вот авокадо, манго вот это одно. Апельсин тоже очень вкусно пахнет. Два взяла. Какая-то папайя новая, вот такую не брала, маленькую. Клубничная, написано strawberries, папайя. Ну, посмотрим, еще должна полежать, поспеть. Ну, бананы, это яблоки у меня были. Вот у меня еще тут зеленые помидоры наши лежат. Короче, вот так всего по чуть-чуть. И видите, какая корзинка красивая, да, получается. Так, ну все, наверное, уже на этом, я думаю, закончу видео, потому что я так собрала влог там из нескольких дней, событий. И, наверное, на этом все. Все, всем пока, всем хорошего настроения и увидимся. Ровка в восторге от моих носочков, да? Ты меня сейчас порвешь и кусает, и ногтями своими дерет. Он вообще неравнодушен к моим тапкам, носкам, да? Это, скажи, излюбленное дело. Вот так, если я оставлю на полу, это все он утащит под кровать, начнет их там рвать. Здорово, ну как тебе, кошечки? Нравятся кошечки? Ровка, ты же мой сладкий мальчик.
Ну а вот в разрезе Starfruit. Все-таки как подходит вот это американское название, да? Фрукт звездочка или звездный фрукт. А карамболь есть карамболь. Красота.